Не останавливайся! Он слишком быстрый! Ничего, нас ему не догнать! О нет, башня! Он идет! Чертовы колючки! Я за вами не поспеваю! Давай, колдун, поймай нас! Эй, тише! Ты нашего злодея совсем вымотаешь! А вот и твоя башня! Башня злодея! Он когда-нибудь устает? Мне еще нужно идти учиться! Да брось! Мы же весь день ехали! Пожалуйста! Мама просила его измотать! Мужайся, колдун! Мы тебе еще покажем! Твоя мама не захочет, чтобы мы далеко уходили. Мы столько ехали. Должен же ты хотя бы ноги размять. Да. Анисия! Ты только глянь. Это замок. Твоего смотрим. Я! Ну хорошо. Побегаем. Хьюго, ты так весь смотришь. Лично я уже взмок. А тебе это полезно. Неплохое жилище. Это замок. Ладно. Внимание! Лукас коварный осаждает мой замок. Да! И собираюсь превратить тебя в таракашку. Амиссия! Он слишком могуч. Прячемся. Да. Я буду считать до 10. А потом найду короля Хьюга и... Амиссию Амазонку. Да, точно. Так что бегите! Давай, Амазонка Миссия. Раз. Нужно найти, где два, спрятаться. Я три, с вами, мой король. Четыре. Пять. Быстрее, быстрее. Шесть. Не забывайте о дыхании, ваше величество. Восемь. Отлично. Девять, а теперь давай за ним следить. Десять. Точно. Если пойдет девять, сюда, перепрячемся. Он идет, он идет. Я чую ваш страх. Я... Лукас коварнейший! Клянусь, что сварю суп из ваших пальцей и съем его! Он ужасен! Да, вы ловкие, но я все равно вас отыщу! Вас обнаружил! Конец игры! Ты слишком коварный! Ну не отчаивайся! Это было просто! Итак, даю вам второй шанс! Мой король, думаю, на этот раз нам стоит больше перемещаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Я иду искать! Он идет! Где ты? Я чую твой страх! Пора снова поохотиться на охотника! И... Да, только так он идет! Твои носки? Скоро вы падете, сир!
Чё, испугался? Ну все тогда. Ну, я пойду дальше заниматься. Лукас! А как еще я тогда стану алхимиком? Ну ты же и так уже алхимик. Я все еще ученик твоей матушки. Ну ладно, иди занимайся, а мы тут побудем. Хорошо, пока. Давай посмотрим, что еще есть в этом замке. Как прикажете, мой король. Хорошо, что Лукас остался с нами. Да, если бы не он, нас бы тут сейчас не было. О, можно я залезу на эти камни? Конечно, ты только не упади. Да не упаду я. Да, король Хьюго прогуливается по бастиону своей крепости. И что же ты видишь? Мое королевство. И оно процветает? Процветало, пока на нас не напал Лукас. О, да, злодейский колдун. О, река! Это море! Будем ходить здесь дозором. Вау! Какая красота! Ну как? Здесь граница моего королевства. Это ветка рубеж твоих земель? Да! Почему бы и нет? Берегись, Амазон-комиссия! Я вижу вражеские корабли! Они готовятся к нападению! О, нет! Что же делать? Оставаться тут и топить их! Вернись за ветку, Амиссия! На свой пост! Точно! Моя могущая проща к твоим услугам! А вот и армия колдуна! Я их вижу! Мы защитим ваши земли, мой король! Да, продолжай. Плывут еще корабли. Злой магии не место в нашем королевстве. Пусть будет только доброе. Но не пытались нас захватить. Да, но мы отразили их нападение. Потому что мы из дома Дарун. О, привет. О, привет. Привет. Я проходил мимо и слышу «Прощи». О, ну да, она довольно громко щелкает. Я просто хотела спросить, можно с вами? Да, но кто ты? Я Тонан, я тут живу неподалеку. Ладно, а мы Хьюго и Амиссия. А ты умеешь стрелять? Конечно, умею. Класс, я король, а она мой капитан. Мы сражаемся с армией чародея. Тогда я буду пушкарем. Значит, к бою! Вау! Вот это выстрел! Ты молодец! Я же говорю, они не пройдут! Ха! Здорово стреляешь! Но не продолжай наступать! Тогда я продолжу их топить! Наша оборона для них слишком сильна! Передовой тоже продолжай стрелять из пушки! Да! Мы нападали, паца! Паца, злодейский сад! Эй, спокойнее! Это уже сквернословие! Это война! На войне не до хороших манер! Ну давай, Тонан, прикончи! Стреляю из пушки! О нет, Хьюго, берегись! Ну все, мальчики, вы победили, они сдаются. Капитуляция принимается. А, мне вообще-то пора, а то на работу опоздаю. На работу? Да, мы помогаем отцу на ферме. Я и мои братья. Все в порядке? А, мне пора бежать, пока. Тогда удачи тебе. Пока, Тонан. А он хороший. Идемте, мой король, война окончена. Пойдем вдоль берега. Ты всех потопила. Ты отличный капитан. И Тонан мне понравился. Да, точно. Вот бы и у меня был такой друг. Скоро мы уже где-нибудь поселимся, и ты заведешь себе друзей. Точно? Как только будет ясно, что с тобой все хорошо. Значит, не скоро. Но почему же? На этот раз все будет иначе. Я уверена. Надеюсь, что так. Давай, наверх. Да.
какой огромный замок! Ну что думаешь, нападем на него? Ага, я готов. Сейчас в атаку! В атаку! Ворота закрыты. Что же нам делать? Сейчас посмотрим. Ха, заперто. Они подготовились. Сюда, проникнем туда непроход. Незаметно. Точно, хороший план. Я чувствую здесь зло. Как тут темно. Не бойся, мой король. Мы же хотим застать их врасплох. Ага. Не бойся, я с тобой. Оу, кажется, солдаты-колдуна уже близко. Правда? Ты в порядке? Да, ну давай уже вернемся. Да, согласна. На сегодня хватит. Да. А миссия? Тут продукты и одежда. Здесь живут люди. И мы сломали им крышу, а вдруг они слышали? Просто давай пока будем осторожнее. Что? Здесь все сгорело. И недавно? Эти корзины? Это же ульи. Но зачем? Зачем их сожгли? Я не знаю. Давай выбираться отсюда по-тихому. Может, это был несчастный случай? А где же люди? Сюда. Амисия! Эй! Что? Что происходит? Сколько вас еще здесь? Стойте! Мы не знали, что тут чужая земля. Случайно сюда забрели. Покажите нам дорогу, и мы уйдем. Врешь. Клянусь. Не знаю, что у вас здесь происходит, но мы тут ни при чем. Врешь! Чертовы воры! Я вас на куски порублю! Бежим! А ну вернитесь! Нужно найти выход. Дверь! Сюда! Ик! Он еще гонится! Ищи! Ищи выход! Это было последнее, Габри! Больше вам такое что. Думали, мы с вами не подпитаемся. Сюда, он тут не пролезет. Скорей! Стали на готовенькое. Бегни, скорей! Я больше не буду сюда залезать. Хватай его! Ну все, сейчас я тебе устрою. Умоляю, нет. Раньше надо было башкой думать, а не воровать у нас! Господи, Матиас! Вот хрен теперь они к нам больше сунутся! Эй, я нашел еще двоих! Мальчишку и девчонку! Видал их? Нет. Только этого вот и поймали. Если найдешь их, убей! Нужно отсюда выбираться! Да, и скорее! Они сумасшедшие! В чем дело? Не хотите больше нашего мяса и меда, будучи трупами? Давай, бежим! Они убьют нас! Не убьют. Главное, чтобы нас не заметили. Матис, сюда! Деда зацепили! Черт! Миссия, дом! Нет, нет! Отлично! Дедушка. Ах, плохо дело! Отец скоро вернется с рынка! Слушай, можем тут спрятаться! Пока за ним. Они нас найдут! Нужно двигаться дальше! Боже, ну и бойни! Эй, хватит гулять! Осторожно! Тут еще кто-нибудь из них есть! Беги и помоги остальным! Матиас, мне что-то нехорошо! А мне насрать! Но мне... Он не уходит! Ладно. Я все сделаю. Инструменты. Это его отвлечет. Ну все, хрен они теперь сюда сунутся.
Зачем их убивать-то, мясник ты чертов? Я всего лишь хотел на хлеб заработать. Сваливать отсюда надо. Там что, еще кто-то прячется? Иди отсюда. Давай, по-быстрому. Блин, доберемся до повозки и уедем отсюда. Представляю, как рассердится мама. А мы ей ничего и не скажем. Мы так и так собирались ехать дальше. Ну и где этот мелкий засранец? Это он должен был сторожить ферму. Это он во всем виноват. Давай, придется карабкаться. Только тихо. Донан! Живо сюда, чертов лентяй! Ох, и получит она меня. О нет, это же дом Донана. Может, он еще не вернулся. Давай попробуем здесь пройти. Хорошо бы. Ну, хоть эти уцелели. Стой, ждем. Небось, прячется где-нибудь. А миссия горшки? Должно сработать. Брошу ему за спину. Какого черта? Предупреждаю! У меня топор! А, нет! Ну, давайте! Будем сторожить по очереди! Понял! Нам нужно добраться до той двери. Я их отвлеку. Где Конан? Хочу добраться до него раньше отца! Он, небось, прячется Миссия где-нибудь. Миссия горшки. Должно сработать. Брошу ему за спину. Какого черта? Предупреждаю, у меня топор. Идем, это наш шанс. Спаси и сохрани. Никого. Пожалуйста, пусть это будет выход. Да. Нет, они ее заперли. Может, есть другой выход? Тут дыра, смотри. Точно. Я могу открыть дверь с той стороны. Не нравится мне, что мы этим занимаемся. Хорошо, но только очень осторожно. Не беспокойся. Пожалуйста, не попадись им. Ну давай, Юго. Слишком тяжелая, но ты уже можешь ее открыть. Да, молодец. Ты знаешь, где они? Они нашли Тонну? Я не знаю. Нам нужно выбираться отсюда. Нужно помочь Тонну. Он справится. Юго, надо уходить. Они убьют нас, если поймают. Но вдруг они его тоже убьют? Чш, тихо, дверь. Надо ее проверить. Хватит, пожалуйста! Ты худшая папина ошибка! И я сейчас это исправлю! Стойте! Хьюго, держись за мной! Вы кто такие? Мы заблудились, уже уходим. Мальчика только отпустите! Слыхал, Реми? Снова те воры? Нет, мы здесь впервые.
Послушайте, это из-за нас он опоздал. Нехера вам тут делать! Реми, проучи их! И смотри, не разочаруй меня! Но мальчишка... будет ему уроком! Зря вы пришли. Предупреждаю, я могу за себя постоять. Болтаешь много. Миссия? Ты меня не обидишь? Где мы? Нет! Опять оно! Помогите! Стой! Не улетай! Здесь больше никого нет? А где Эмиссия? Нет, не улетай! Дыши! Дыши! Нужно вернуться. Я хочу к сестре и маме. Может, она знает, где они? Да, может, они там. А? Что такое? Ага, что это за место? Эмиссия, мама, Лукас. Где вы? Как больно!
мне! Помоги мне найти их! Помоги мне! Нет! Только не это! Уйди от меня! Уйди! Хватит кричать! Что тебе нужно? Ты такая шумная. Ну хорошо, я иду. Я что, умираю? Я не хочу умирать. Пробуждение. Хорошо спал? Мне снился сон. Где мы? Опять тот сон про остров? Да, мне было больно. Большая птица прилетела и спасла меня. Но, Амися, а что произошло там, на ферме? О чем ты? Мы играли у реки. Ты сказал, что очень устал. Я отнесла тебя обратно, а потом ты заснул. Наверное, это от нехватки соли в организме. Ну, Амисия. Йога, дорога была долгой. Мы все очень устали. Но город уже совсем близко. Там тебе помогут. Мы едем на встречу с магистром Ордена Алхимиков. Он очень многое знает о Макюле. Орден столетиями ее изучал. Что же они не помогли нам в Гиене? До того, как набежали. Они не знали, что за нами охотится Инквизиция. Теперь они готовы нас принять. Что ж, будем надеяться, они загладят свое упущение. Непременно. Макюла — это не просто что-то, что у Хьюга в крови. Это касается всех. Она может изменить все вокруг. Что там такое? Не знаю. Будь осторожна. Посмотрим. Приветствую! Здравствуйте. Что-то случилось? Мы ищем девчонку и мальчишку. А что именно они натворили? Они вторглись на землю нашей семьи и убили хозяйских сыновей. Младший все видел. Какой ужас. Надеюсь, вы найдете виновных. И я надеюсь, это мои племянники были. Мама, нужно уходить. Живо. Да. Простите, нам еще долго ехать. Здрасте. Мы вас не задержим. Мальчишка, это они! А ну иди сюда! Нет, стойте! Амисия! Ты, за повозкой! Не дайте ей уйти! Я знаю, что ты где-то здесь! А ну вылезай! Ай, прощай! Осталась в повозке! Она же сюда упала! Шевелись! Не высовывайся! По сторонам гляди! Пойдем поищем ее в поле! Да, идите отсюда! Может, у вас прямо за спиной быть. Сюда кто-то пробрался. Смотрите в оба. Повозка. Нужно спасать их.
они убили Матиаса и Реми? Как можно убить таких монстров? Давай им головы отрубим, а если это не поможет, то священника позовем. Не сдавайся. Погибнешь ты, погибнут и они. Напросились.
понял. Проверьте тут все. Шок. Все закончилось. Все хорошо. Все хорошо. И все-таки мы добрались. А тут живут добрые люди. Здесь мы в безопасности, Хьюго. Этот город под покровительством графа Прованского. Это очень могущественный человек. А здесь красиво. Алхимик точно нас ожидает? Магистр Ваден сказал, что приготовил для нас дом. Целый дом? Да. Орден существует очень давно. У них есть свои дома, и не только. Это они построили лабораторию твоей мамы и шато Д'Амброж, помнишь? Да. Какие они добрые, что дадут нам целый дом. Все потому, что ты для них очень важен. Дозволит ли ваше высочество сопровождать вас? Дозволяю. Вау!
Это что, ярмарка? Иди, погуляй с ним. Спасибо. Дом находится в верхней части города. Ты узнаешь его по флюгеру в виде феникса. Поняла. И будь очень осторожна. Ну что, нравится? Мне здесь все нравится. Тогда идем. Уверена, тут еще много всего интересного. С чего начнем? Ну, что ты хочешь посмотреть? Все! Ну давай попробуем. Жареное мясо. Подходите, попробуйте. Щетки и гребни из Флоренции. Попробуйте. Сеньора, не хотите ли попробовать новую прическу? Спасибо, но мне и это нравится. О, вы правы. Все женщины королевы, а волосы их корона. Красиво сказано. У тебя красивые волосы. О, благодарю вас, сударь. Давай. На этот... Посмотрите на этот... волосы. Это вино. Не хотите ли купить в подарок отцу? Он умер. Но ему бы оно понравилось. Значит, у него был прекрасный вкус. Да, вы правы. Спасибо. Посмотрите на мой красивый товар! Гляди, какие цвета! А представляешь, какую одежду из смотри, него можно цветы! Нашить? Смотри, цветы! Матерские травы, травы здесь замы, всего. И примулы! О, да ты разбираешься в растениях. Только в цветах. Меня мама научила. У нас раньше был гербарий. Да, может, купите цветы? Спасибо, но мы их собирать любим. Семейная традиция. Понимаю. Приятного дня. Да, идем. Я хочу все посмотреть. Хорошо. Свежая рыба только у меня. Заходите и сыграйте! Первый раунд бесплатно! Подарок от графа Арльского! О, игра! Что скажете, сударыня? Вижу, у вас легкая рука! Это точно! Хорошо. Ну, какие тут правила? Нужно за 4 попытки сбить как можно больше кубиков, понятно? Ага. Готовы? А миссия, это прям как у нас дома! Да! Поехали! Молодец! Ну, почти. Не сдавайся! Ты много выбила. Ну, конечно! А ты думал? Вы лучший игрок за весь день. И это ты еще без прощи справилась. Думаю, нам пора идти. Спасибо. До свидания. Thank you.
Лучшие лютни. Ого! Как это он так делает? Ну, может, у него папа был драконом? А пойдем посмотрим на наш дом. Он, наверное, недалеко. О, а хочешь будем вместе жить в моей комнате? А ты разве не хочешь отдельную? Ну, не знаю. Но мы бы тогда могли ходить друг к другу в гости. Точно! Мне здесь уже нравится. Мне тоже. О, у них тут музыка! Блин, не видно. Эй, идея! Давай я тебя на плечи посажу. О, да, пожалуйста. Вот так. Ну как тебе, удобно? Да, отсюда все видно. Да! Музыка смешная. Да, мне нравится. Все, молодой человек, идем уже посмотрим на наш дом. А что, пора? Да, мама, наверное, уже заждалась. Вот бы еще чуть-чуть тут побыть. Так мы же еще вернемся. Люди здесь, похоже, не знают про все плохое. Все плохое? Ну, все то, что происходит вокруг. Думаю, знают. Просто здесь они чувствуют себя в безопасности. Ты тоже это почувствуешь. Эй, давай-ка я тебя спущу. Мы так быстрее пойдем. Да, хочу поскорее увидеть дом. Интересно, он большой? Главное, чтобы там были нормальные кровати. Надеюсь, из моего окна будет видна ярмарка. Ну, разумеется, королевские покои. Конечно! Насыщенный выдался день. Эй, вы вернулись. Ну как ярмарка? Там есть все. Точно, нужно как-нибудь все вместе туда сходить. Да, конечно, нам нужны свежие травы. Надо же, а ведь это место может стать нашим домом. Да, дом. Уже как ты отвык от этого слова. Я рад, что мы сюда приехали. Мне кажется, кому-то уже пора спать. И совсем я не устал. Конечно. Пошли осмотрим дом. А вот и наша дверь. О-о-о. Тут вроде тихо. И не так жарко. Тут мило. Ну что, заходим? Да, веди нас. Вот мы и дома, Хьюго. Наш новый дом. Давай его осмотрим. Давай. Ладно, это подождет. Мама, где будет комната Хьюго? Ему нужно отдохнуть. Наверху. Я уже постелила. Спасибо. Иди сюда, сонный зверек. Ты должна туда отправиться, Амисия. Отправиться куда? На остров. Он и тебя исцелит. Исцелит? Что ж, было бы неплохо. Ага. Ты слишком много думаешь. Иногда лучше просто доверять своим чувствам. Я пытаюсь, но... Я не понимаю логики процесса. Вещества подчиняются законам природы, как и макула. Это не обязательно понимать, Лукас. Достаточно просто чувствовать. Может, я просто не умею чувствовать?
Умеешь. Иначе ты бы не сомневался в себе. Нет! Нет! Юга! Юга, нет! Нет! Я снова убью вас, если понадобится! Я убью вас всех до единого! Амнезия! Опять кошмар? Макюла. Это все шок. Наверное, то происшествие пробудило ее. У нас было полгода передышки после второго порога. Но равновесие в его крови неустойчиво. Амисия, отправляйся с Лукасом. Магистр Ваден живет где-то в этом городе. Передай ему, чтобы он поскорее пришел. Да, сейчас. Амисия? Знаю. Мы будем осторожны. Все из-за тех крестьян. Напрасно я вообще. Ты не виновата. С чего ты взял? Ты не в ответе за то, что происходит в его крови. Это макюла, она развивается, толкает носителя к новым порогам. А этот магистр Ваден правда сможет нам помочь? Орден много веков изучал макюлу. Если не они, тогда даже не знаю кто. Боже, помоги Хьюго. А почему Ваден сам к нам не идет? Думаю, он просто соблюдает осторожность. Орден всегда так действует. Наверняка кто-нибудь о нем слышал. Давай поспрашиваем. О, вон там стражник. Сейчас спросим у него. Здрасте. Простите, вы не подскажете, где нам найти магистра Вадена? Господина Вадена знаю. А вот магистра? Спросите на рынке у торговки цветами. Кажется, она имеет с ним дело. Спасибо. Отлично. Неплохое начало. Это моя оплошность. Ну, конечно, он никому не рассказывает о своем положении в Ордене. Мы видели торговку цветами, когда гуляли сегодня. Это где-то неподалеку. Здравствуйте еще раз. А, это вы? Решили купить цветов для мальчика? Вообще-то, я ищу господина Вадена. Он, кажется, тоже у вас покупает. Не у меня, у мужа. Лекарственными травами у нас он занимается. Оу. Он тут недалеко, у фонтана. Просто скажите, что я вас послала. Он в коричневой тунике. Коричневая туника? Спасибо большое. Надеюсь, он нам поможет. Наверняка. Простите, сэр, мы от вашей жены. Ну чего ей еще надо? Не видите, сколько у меня работы? Дело не в ней. Мы ищем господина Вадена. Вадена? Он не любит, когда его беспокоят. Как и я. Послушайте, мой брат очень болен. Нам срочно нужна его помощь. Ладно. Я точно не знаю, где он живет. Но, по-моему, недалеко от арены. Вон там. Только не говорите, что это я вас направил. Не беспокойтесь. Спасибо. Ладно, не будем терять время. Неподалеку от арены. Сколько тут домов? Как же мы его отыщем? Что-то неладное назревает. Я это чувствую. Да, вот и я детей на улице. Это же трущобы. Денег ордена достаточно. Зачем же магистру жить в таком месте? Может, не хочет выделяться? Наверное. Амисия, гляди. Символ на стене. Это орден. Да, он где-то здесь. Стоять! Арена закрыта! Почему? Потому что так велел граф Прованский. Уходите отсюда! Нам правда туда очень надо. Ничего страшного, пошли. Мы обойдем вокруг. Не стоит спорить с солдатами. Давай лучше осмотримся. Ты прав, извини. Смотри, там дверь. Точно? Как? Готовы нарушить закон? Давай. Это что? Это укус. Их согнали сюда и оставили умирать. Чума начинается вновь.
не начинается, а распространяется. Хьюго, это мы принесли ее сюда. Давай отыщем магистра Вадена, если он еще жив. Поверить не могу, что они бросили их тут гнить. На вид это бедняки. Наверное, они из тех трущоб. Но почему никто не заметил, что они пропали? Может, всем было наплевать? Может. Смотри, еще один символ. Что ж, тогда зайдем. Думаешь, символы указывают дорогу к нему? Да. Гляди, там есть проход. Должен же быть способ туда подняться. Может пригодиться. Давай помогу. Если Ваден живет тут, плохо дело. Он знает, как выглядит укус. Уверен, он избегает больных. Лукас, если их всех укусили, это значит... Не факт. Заразу мог разнести больной приезжий человек. Пожалуйста, нет! Здесь кто-то есть. Что там? Леон, отвечай! Я с ним не знаком, клянусь! Ах ты! Плохо дело. Он в шлеме. Я ничего не могу сделать. Что же нам делать? Давай просто обойдем. Ни звука. Помочь тебе некому, а мне спешить некуда. Так что говори! Прошу вас, отпусти. Этот громила не солдат. Но одет, как они. Ни одной монетки. Нет. Сколько же их тут? Найду того хмыря, попрошу для себя вознаграждение. А миссия он нас заметит. Сейчас я его заставлю отойти. Благодарите своего сучьего графа, что бросил вас тут подыхать. Черт, ну и поганая же смерть. Там что-то двигалось. Нам нужно спрятаться. Ничего и не было. Померещилось, наверное. Пейте своего сучьего графа, что бросил вас тут подыхать. Черт, ну и поганая же смерть. Давай, проваливай. Это что было? Эй, ты не в курсе, доктора или нет? Доктора? Нет, этот Ваден Мастак прятаться, точно тебе говорю. Начальство скоро сюда лично заявится. Черт. Выходит, они тоже его ищут. И думают, что он доктор. Да уж, везет нам. Да. Что это так шумит? Все спокойно. Yeah.
что за черт? Меня сейчас тошнит. Нет! Только не это! Вон там, кажется, там можно попасть обратно внутрь. Давай придумаем, как нам забраться туда. И побыстрее. Там есть какая-то тележка. Но сама по себе она слишком низкая. Похоже, на ней перевозили трупы. Вон та клетка, похоже, подойдет. В ней... Ну-ка, толкай. Как на скотобойне. Это мы принесли сюда болезнь. Это мы виноваты. Это эпидемия. И она распространяется. Да, но они должны были как-то подготовиться. Им бы это не помогло. Давай, скорее! Сколько трупов! Словно болезнь всегда на шаг впереди нас. Да, но этих хотя бы крысы не сожрали. Гляди, похоже, они вели подсчет мертвых. Тут оставили нож. Крепко сидит. Ну давай уже! Ладно, идем дальше. Вон туда. Может, не стоит? Ножом. Людей. Я это уже делала. Пришлось. А нож этот быстро и бесшумно. То, что нам сейчас и нужно. Ладно. Тебе видней. Смотри, вон там. Еще один символ. Это хорошо, но, Лукас, если все они заболели, значит, кого-то из них укусили крысы. Я не видел никаких укусов. Пока что. Ладно, идем. У нас заканчиваются запасы. Хватайте все ценное, что попадется. Солдаты-мародеры. Плохо дело. Гляньте, вороны! Кто-нибудь жрать хочет? Лучник наверху. Это троп подстрелил, мудак! Сам ты мудак! Они же... Что за херня? Ну, ё-моё, не глюки же это были! Искали алхимика, а нашли чертову братскую могилу. Конечно, давайте торчать тут, пока сами не сдохнем.
Невадена не нашли. Он для них слишком хитер. Он один. Рано или поздно они его найдут. И тогда Хьюго обречен. Ты права. Подожди. Я думал, тут будет больше солдат. Может, они все заболели? Или что-то задумали? Почти выбрались. Интересно, как на все это отреагирует мама? Она справится. Она сильная. Боюсь, что недостаточно. Что там за херня? Блин, вылетели, походу. К нам кто-то пролез! Давайте, да, мы это сделали. Меня уже тошнит от воров, душегубов, наемников, всех этих отбросов, что путаются у нас под ногами. Нашими жизнями управляет хаос. Они — это его часть. Но ты учишься с ними справляться. Я это вижу. Здорово ты управилась, никто и не заметил. Тише будешь, дольше проживешь. Я так считаю. Чувствуешь запах? Трупы. Что это за место? Больница? Думаю, они тут раньше жили. Неудивительно, что они все заболели. К этому невозможно привыкнуть. Ты не должен.
Надеюсь, мы пришли. О, боже! Да тут прямо целый город. Символ! Он в той башне, я уверен! Уверен? Лукас, ты хоть представляешь, сколько туда добираться? А ты сама подумай. Магистр Ордена Алхимиков должен жить в башне. Ладно, идем. Это плохая идея. Но другой дороги нет. Просто ступай осторожнее. Меня. Успокойтесь, мы не с ними. Вы здесь живете? Да. Все хорошо. Мы в безопасности. Спокойно. Держи за меня. Как думаешь, мы выберемся? Обязаны. Давай осторожнее. Я так и знала. Говорила же, что они здесь. Да их здесь миллионы. Но как? Когда они успели так расплодиться? Хьюго, они здесь из-за него. Да, этого хватит. Мои ингредиенты. Они высыпались, когда я упал. Без них справимся. Хорошо. Главное, факел не урони. Смотри, они карабкаются. Что? Как? Что будем делать? Добираемся до башни, хватаем Бадена, приводим его к Хьюго и сматываемся отсюда. Кажется, по стене можно вскарабкаться, но мне понадобятся обе руки. Без вариантов. О! Мерзкие твари! Что нам делать? Попробуем зажечь ветку. Она быстро прогорит. Пойдем кратчайшим путем. Да, наикратчайшим. Лукас, а что будет ночью?
Они заполонят город. Hey!